Приветствую вас, Кристина. Я могу сказать, что вы свой вопрос задаете в какой-то степени с подвохом, потому что спрашиваете вы, как найти свое призвание, но при этом говорите, что боитесь людей. То есть вы, если людей боитесь, то призвание свое не найдете. Потому что сделать это, мягко говоря, затруднительно, когда боишься людей. И я бы сказал, что в какой-то степени еще более затруднительным является тот факт, что, как вы говорите, вы интроверт. Но хорошая новость заключается в том, что вы достаточно молоды, вам всего лишь 22 года, и ситуация достаточно легко корректируется. Конечно, при наличии у вас этого желания. Вот. Дальше идем, значит, соответственно. Вы боитесь оценки, вы боитесь того, что вас оценят, того, что вы обесценят, того, что вас обесценят. Происходит это, как правило, из-за того, что вы сами себя обесцениваете. Вот, сами обесцениваете себя, свои интересы, свои чувства. Соответственно, сначала нужно поработать с интроверсией и со страхом людей, то есть социофобией. А дальше уже можно будет с освобожденными чувствами в результате этого искать свое призвание, которое, кстати говоря, ищется, не сказать, чтобы, так сказать, созерцательно, умозрительно, но ищется и практически, можно сказать, тоже, то есть непосредственно что-то делать. Но сперва надо определить ваши ценности и убрать те конфликты, противоречия, которые у вас есть. Скорее всего, не случайно вы ничего не делаете, не случайно вам ничего не интересно. Я так думаю, что боитесь вы совершить ошибку. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.